бьется дух, как жидкий воздух. Дым, дыхание в ноздрях наших, слово как искра в движении сердца. Затем оно угаснет, и тело обратится в прах, и рассеется дух, как жидкий воздух. Говорили неправо умствующие, мы рождены случайно, после будем как небывшие. Прискорбна наша жизнь, не коротка, как туман рассеется, словно след облака. И нет человеку от смерти спасения, и не знают из ада освобождения. Со временем забудутся наши имена, никому не воспомянутся наши дела. Наслаждаться же будем настоящими благами, преисполнимся вином и благовониями. Да не придет свет жизни мимо нас, увенчаемся цветами, прежде чем они увяли. Не лишай себе никто участия в наслаждении, оставим везде следы веселья. Будем притеснять праведника, бедняка, не пощадим вдовы, не постыдимся старика. Сила наша да будет законом правды, устроим праведнику ковы, ибо он в тягость нам. И противится нашим делам, укоряя в грехах против закона. И нас поносит за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим о Боге познание. И называет себя сыном Господа, он перед нами обличение греховных помыслов. И тяжело нам на него смотреть, его жизнь не похожа на других. Отличен путь, удаляется от наших путей, считая за мерзость. Ублажает кончину, за которой праведность. Увидим истинные ли слова его, испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник сын Божий есть, то Бог избавит его от руки врагов, окажет ему свою честь. Испытаем его мучением и оскорблением, чтобы не злобе его видеть и узнать его смирение. Осудим его на бесчестную смерть, по словам его о нем попечение будет. Они так умствовали, но ошибались, ибо злоба их ослепила их, Божьих тайн не познали. Не ожидали воздаяния за святости, достойными награды душ непорочных не считали. Бог создал человека для нетления, сделал его образом вечного своего бытия. Вошла в мир ненависть дьявола, ее испытывают все, принадлежащие к его уделу. Дым, дыхание в ноздрях наших, слово как искра в движении сердца. Затем оно угаснет, и тело обратится в прах, и рассеется дух, как жидкий воздух. Дым, дыхание в ноздрях наших, слово как искра в движении сердца. Затем оно угаснет, и тело обратится в прах, и рассеется дух, как жидкий воздух.